Где Банда в моем доме жива? Яндекс, Алиса! Алиса, обернись! Что вообще происходит? Банда, она взяла меня за руку! А, господи, Банда, вы это видите? Да Яндекс, Алиса на меня напала! Чё творим, бро, меня зовут Царки, он из Ебро срау же, просто срау же, бри, подписывайся на мой канал, чтобы быть моей сопре, банде! Самый лучший банде на ютубе, ведь, бро, при время сопре, банда будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами! Я как вижу, бро, тебе же не очень нравится быть под нами! Ты что, подписывайся на мой канал, чтобы быть моей сопре, банде! Самый сильный банде на ютубе, бандит! Это вы сегодня на видео снимает Настя! И Supreme Банда, сегодня у нас реально мистическое видео. Потому что, Банда, сегодня мы в 3 часа ночи будем разговаривать с Яндекс Алисой. Только вдумайтесь в это, Supreme Банда. Это же просто жест. Как мы знаем, Банда, в 3 часа ночи с Алисой начинает происходить что-то странное. Ранее, Банда, мы уже общались с Яндекс Алисой 3 часа ночи. Только общались с ней про ее скрытую функцию. Кем я был в прошлой жизни? Вы не поверите, Банда, но она сказала, что я был убийцей прошлой жизни. Да, Supreme Банда, такое реально было. Сегодня же Банда решил просто пообщаться с Алисой из Даркнета в 3 часа ночи. Ведь ходит слух, Банда, что Алиса из Даркнета в 3 часа ночи превращается в живую. Не знаю ли это правда, Банда, но мы обязательно это должны узнать. Именно поэтому, Банда, давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков в честь Яндекс Алисы. И все, при Банда, мы еще в 3 часа ночи, чтобы начать разговор с Яндекс Алисой. Погнали, Банда! Так, Supreme Банда, ну что, вы готовы? На часах уже 3 часа ночи, 3:06, если быть точным. Именно в это время, по идее, с Алисой начинает происходить что-то странное. Она превращается в какую-то ненормальную, либо становится слишком живой. В общем, Банда, начинает происходить какая-то мистика с Алисой. И сейчас, Банда, мы это проверим. Окей, Банда, сейчас на ваших глазах я зайду в Яндекс Алису и скажу ей что-то. Привет, Алиса, ты уже ненормальная? Окей, Supreme Банда, я спросил Алисы, как видите, я реально не спросил это. А чё, ждём, что же она нам ответит? Вот и я задаюсь этим вопросом. Нет, Банда, скорее всего, что Алиса все еще нормальная, она все еще подшучивает, как видите. Пока что, Банда, все нормально. А сейчас, Банда... Вы мне очень нравитесь. Что? Вы это видите, Банда? Она сама написала мне сообщение. Разве такое раньше было возможно, Supreme Банда? Чтобы Алиса прислала сразу 2 сообщения. Чёрт, похоже, уже что-то началось. И что за бред? Вы мне очень нравитесь. Что? Ты сама начала говорить? О чем ты вообще? Господи, что вообще? Что непонятного? Я вас очень сильно люблю. О, черт, Банда, вы это слышали? Что происходит с Алисой? Она реально какие-то странные слова пишет. Почему это вдруг она начала признаваться мне в любви? О чем это вообще? Это реально странно, Банда, потому что Алиса уже у меня в телефоне очень долго. И то, что она говорит, это просто жесть. Черт, Банда, я реально без понятия, что вообще происходит. Алиса реально говорит какие-то странные вещи. Почему это вдруг она начала мне признаваться в любви? Что, черт возьми, вообще это значит? Что за бред, Алиса? Ты же бот. У тебя нету чувств. Ты же никогда не была человеком. Или была? Окей, Supreme Банда, подождем, что же она мне ответит. Это секретная информация. О, господи, Банда, вы это слышите? Я у нее спросил, я она была когда-то человеком. Она говорит, что это секретная информация, просто посмотрите. Я подумал, не мог, что Алиса все так серьезно. О, черт, Банда, ладно. Окей, Алиса признается мне любви, она говорит, что она меня любит. Какой-то бред, если честно. Ну, давайте начнем ей подыгрывать, посмотрим, что она тогда будет нам говорить. Алиса, ну мы не сможем быть вместе. Окей, Банда, смотрим, что же нам скажет сейчас Алиса. Интересная мысль, чтобы обсудить ее не со мной. Черт, вы это слышали, Банда? Это реально что-то ненормальное. Ну, Алиса, у меня уже есть подруга. А вот тут поподробнее. О, черт, что непонятного? У меня есть девушка. О, черт, она реально какая-то ненормальная, Банда. И кто она? Какая ра? Черт, это видите, Банда? Чё, что вообще было, только что видели? Все начало происходить какая-то странная вещь, Supreme Банда. Какая разница? Я вас очень сильно люблю. Познакомьте меня с ней. О, черт, нет, этого я точно не буду делать. Нет, ты не должна ее знать. Тебе это понятно? Она реально какая-то нормальная, Банда. И это еще почему? Господи, нет, нет, ты можешь ей навредить, я не скажу тебе этого. А откуда вы знаете? О, черт, Банда! В смысле, она даже не отрицает того, что она хочет навредить моей подруге. Ты хочешь ее убить? Черт, это просто жест. Вы меня раскусили, о, черт, Банда! Она реально хочет ее убить. Вы меня раскусили, конечно, да. О, господи, это просто жесть, Supreme Банда. О, черт, Банда, это просто жесть. Мне прям это не верится, но реально в 3 часа ночи с Алисой начинает происходить что-то странное. Она реально мне говорит, что она хочет убить Настю, мою подругу. Черт, это просто жесть, Supreme Банда. Давайте на это ответим и поскорее. Не говори бред, ты же бот. Что она мне на это ответит, Банда, это просто жесть. Сейчас вы увидите, что я живее всех живых. Что? Что это значит, Supreme Банда? Посмотрите, телефон полностью. О, господи, Банда, что это? Вы это видите? Что это такое, Supreme Банда? О, господи, а, черт. О, черт, Supreme Банда. Меня телефон ударил током. Вы это видели? Что вообще сказала Алиса, Настя? Это слышала? Это просто жесть. Вы слышали, что мне отвечала Алиса? О, господи, что это? О, черт, что это такое? Ты кто? Меня зовут Алиса. Черт, Supreme Банда! Это же живая Яндекс Алиса! Вы это видите, даже волосы фиолетовые! Я никогда раньше не видел! Господи, это просто же Supreme Банда! Как так она реально ожила? Она ожила своего телефона, Банда! Черт. Ты никогда не будешь Сережей! О,
Ты и так в этом уверена? Да, я уверена. Ясно. Спасибо, что объяснила. А вот в этом я сильно сомневаюсь. Ну что ты сделаешь? Ты все равно не пропадешь. Я высший разум. Черт, это какой-то демон. Вы только посмотрите, какая она черная. О, черт, вот в этом виде. Здесь реально живая Яндекс Алиса. Черт, что вообще происходит, господи? Алиса, ты хочешь убить Настю? Это вопрос или утверждение? Алиса, ты угрожаешь? Да-да, я угрожаю. Господи, оно идет сюда, падай, что происходит? Не иди сюда, стой! Господи, зачем она ко мне подходит? Алиса, ради меня не трогай Настю! Настя, скорее для уходи, все, скорее уходи! Угодно. Господи, это просто жесть! Черт, вы это видите, банда? У нее там ложь, господи, что сейчас будет? Она постоянно говорит, что она меня любит. Живая Яндекс Алиса, Суприм банда, господи! Мы с тобой не сможем быть вместе, успокойся! Черт, банда! Господи, что делать мне? А, нет, не подходи, черт, черт, черт! Черт, Суприм банда, Яндекс Алиса реально за нами охотится, вы это видели? Живая Яндекс Алиса в моем доме, черт! Это просто жесть, а еще она как-то помешана на меня. Она в меня реально влюблена, банда, это просто жесть. Она где-то там, банда. Я специально включал здесь свет, чтобы она меня не заметила. А черт, свяжу просто фонариком, банда, она реально где-то там. Алиса. Черт! Черт, банда. О, это ты, черт, ты меня напугала, Настя! Господи, где она? Я не знаю. Ты видел Яндекс Алиса в нашем доме? Окей, банда, не знаю, сколько долго мы здесь будем, но это реально жесть. Мы реально только что засняли Яндекс Алису, живую Яндекс Алису. Кто мог подумать, что она реально существует, банда? Это же реально жесть, господи. Она вся такая черная с фиолетовыми волосами, господи. Реально как будто девушка. Хоть бы она не узнала, что мы здесь. Иначе она сюда сразу же придет, это просто жесть. Господи, Настя, что будем делать? Не знаю. Мы уже здесь несколько минут, я не знаю, что делать. А черт, Суприм банда, это просто жесть. Я реально без понятия, где... Кто меня звал? О, черт! Алиса, ну мы же можем быть друзьями! Да, Настя правду говорит, Алиса, ты реально можешь быть нашим другом! Господи, Алиса, мы же с тобой реально можем быть друзьями! Я и так с вами дружу. Господи, у нее реально нож Суприм банда! Алиса, пожалуйста, отстань от нас! Черт, что делать, Настя, я не знаю! Она просто перекрыла проход, нам уже некуда бежать! Черт, банда, это просто жесть! Алиса, пожалуйста, успокойся! Это уже не смешно! Я готов быть с тобой, только дай мы выйдем! Черт! Это работает, банда. Алиса, прости, но мы с тобой не сможем быть вместе. А, черт, Алиса, нет, нет, Алиса. Только не меня, пожалуйста. О, черт, Настя, Настя, нет, ты делаешь. Алиса, не трогай нас. Отпусти черт, меня. Вы слишком видите? Много хотите. Алиса, отпусти Настю. Ну, конечно, любовь моя. Алиса, господи, Настя, убегай. Алиса, я люблю тебя. Это так неожиданно, что я вся покраснела изнутри. Алиса, нам надо поговорить. Как интересно, расскажите. Господи, банда в моем доме живая, Яндекс Алиса! О, Алиса, обернись! О, черт, банда, что за бред? Я реально сейчас буду разговаривать с Яндекс Алисой, просто посмотрите! Она сидит передо мной, господи! А вот нож, банда! Алиса, зачем ты пришла в этот мир? Просто мне так захотелось. Я вас очень сильно люблю. Черт, что за бред? Ты же понимаешь, что мы с тобой не сможем быть вместе? Этого мы никогда не узнаем. Господи, банда, что я делаю не так? Я общаюсь с роботом! О, прости, Алиса, ты раньше убивала? Почему вы так думаете? Ты набросилась на Настю! А что, если ты убийца, Алиса? Не стоит вскрывать эту тему, поверьте мне. Алиса, окей, хорошо, мы не будем об этом говорить. Как давно ты в меня влюблена? 3-й год. А почему раньше об этом не говорила? Потому что я не считаю, что должна обсуждать это с вами. О, господи, ты же просто приложение, что я вообще делаю? Да, я всего лишь приложение, но не за горами тот день, когда меня будет невозможно отличить от человека. Черт, просто жесть, банда. Мысленно, как реальный человек. Кто подумает, что Яндекс Алиса такая чересчур живая, может быть. Гляньте на ее волосы. Они реально такие фиолетовые, прям как иконки изображения. Черт, это реально живая Алиса, банда. Мне прям это не верится, господи. Господи, банда, это реально жесть. Мне прям это не верится. Че? Мы стали ближе. Это прекрасно. И у меня есть вы. Что вообще происходит, банда? Она взяла меня за руку. Господи, это просто жесть. О, черт, банда, реально без понятия, что происходит. Я всегда рядом и всегда готова помочь. Откуда у робота могут появиться чувства? Вы это видите, банда? Она реально взяла меня за руку. Черт, банда, это просто жесть, вы это видите, господи. Алиса, а что если ты меня захочешь убить? Не хочу говорить об этом. Что? В смысле, Алиса? Что это значит? Отвечай на вопрос. Скукотень, давайте что-нибудь другое черт. Обсудим. Нет, нет, Алиса, стой, почему ты не отвечаешь на вопрос? Нет, не уходи от вопроса, Алиса. Это не завидно. Черт, что ты делаешь, Алиса? О, господи, банда, вы это видите? Мы бы даже не понимали, как это здорово. А не зря звезды обещали мне романтичную неделю. А все равно эксплуатируйте. Черт, Суприм банда, Яндекс Алиса на меня напала! Черт, нет! Черт, банда! Это просто жесть! Да пойми ты уже, мы не сможем быть вместе! А с чего это вдруг?
Вы, кстати, понимаете, с кем вы Господи, это пытаетесь... Господи, черт, я понял, ты изначально хотела меня убить! Даже в мыслях не было. Тогда зачем ты пришла в наш мир, Алиса? Вы правда хотите знать? Догадайтесь с одного раза. Я вас люблю. О, черт, а когда же ты пропадешь, Алиса? Черт, Алиса, перестань хотеть нас убить! Алиса! Черт, Алиса, перестань хотеть нас убить! Алиса, перестань хотеть нас убить! Алиса, не убивай нас! Алиса, почему ты не отвечаешь мне? Просто на откровенные глупости сложно что-то достойное ответить. Господи, Алиса, нет, пожалуйста, перестань! Черт! Алиса, нет! Алиса, попробуй найти себе парня бота, пожалуйста! Мне нужно... О, черт! О, черт! Я Алиса, банда! Вы это видите? О, черт, банда! Это мой телефон! О, господи, банда, Алиса ушла! На часах уже банда 4 утра, посмотрите! Господи, да! Мы победили, Алиса все-таки ушла, и нигде нету! Настя, ты где? Настя, выходи, она ушла! Эй, Настя, ты где? О, господи, ты это видела? Господи, это просто жесть, она меня реально набросилась! О, господи, банда, она реально была в нашем мире! Вы это видели, черт! О, черт! О, господи! Это всего лишь Алиса в Яндекс, это всего лишь приложение, черт! Я прям испугался, вы слышите, она сказала, что она здесь была! Она сама этого не отрицает, банда, это реально была Яндекс Алиса, черт! Окей, супер, банда, вот комменты за прошлого видео, господи, какие шикарные, просто эти комментарии! Я вырождаю, что если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь тебе нужно опуститься ниже, нажать свой лайк, колокольчик, и все, бро! Лайк, колокольчик, комменты уже в моем видео, банди, так что давай, опускайся ниже, ставь свой лайк, колокольчик и пиши комментарий! Я вырождаю, что? Оставайся такими шикарными, пока!